Всплеск эмоций, море адреналина и атмосфера, пропитанная духом студенчества, все это нашло свое воплощение 7 мая на сцене концертного зала «Уникс». Долгожданное событие, гала-концерт Республиканского фестиваля «Студенческая весна» Республики Татарстан-2019 закружило в вихре праздников всю республику. На самом деле студ-весна – это вообще самое прекрасное, что может быть. Не важно, что ты не спишь ночами, то есть мы там по 4 часа спим. Это все прекрасно. Просто студ-весна – это то место, где ты сможешь самовыражаешься. У меня вот эта предпраздничная суета началась гораздо раньше, потому что мы, ребята из оргкомитета, к студенческой весне готовимся довольно-таки давно. То есть, например, наш комитет PR и фандрайзинг, который занимается поиском партнеров, рекламой партнеров и так далее, свою работу начал за 3 месяца до мероприятия. Это довольно-таки длительный такой кропотливый процесс, который занимает большое время, и вот этот напряг, мы наконец-то рады, что вот он на мероприятии, он нам так хух, стало легче, проще, все пока что идет отлично. Фестиваль является региональным отборочным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», финал которого в этом году пройдет в городе Пермь. 3 дня отборочных проходили в Павловской академии. Это море драйва, эмоций, энергетики студенческой, творческой. Лучшие эксперты со всей России, эксперты с Российской студенческой весны оценивали наших ребят. И сегодня мы увидим достойных тех, кто уже поедет на Россию, в Пермь, представлять Республику Татарстан на Российской студенческой весне 2019. Мероприятие прошло в 3 этапа. Гала-концерт – заключительная его часть. Ребята за кулисами уже готовы выйти на сцену, чтобы покорить зал своими номерами. Сегодня у нас в номере такая особенность. У нас в русской народной песне есть рэп. Вот. Это, да, очень интересно. На самом деле этот номер подготовили очень быстро, потому что горели этим. Он нам действительно нравится и надеемся удивить зрителей всех вас. И вот в зале погас свет, и все внимание приковано к сцене. «Уникс» окутала магия пластики и художественности. В этот же вечер были вручены дипломы победителей, объявлены обладатели гран-при в номинациях. В большинстве из них был отмечен Казанский федеральный университет. Финальным аккордом стало объявление гран-при вуза в направлении «Общий зачет фестиваля». Гран-при фестиваля «Студенческая весна» Республики Татарстан 2019. Главная награда отправляется в руки студенчества Казанского федерального университета! КФУ, вы здесь! Поздравляю вас! Молодцы! Студенчество Казанского университета было удостоено самых высших наград в нескольких номинациях. Теперь же лучшим коллективам и исполнителям предстоит выступить от Республики Татарстан на Российской студенческой весне в Перми. Всего делегация состоит из 95 участников, в их числе свыше 30 студентов КФУ. Студенческая весна – это знакомство с университетом в новых гранях, полные залы зрителей и друзей, вдумчивые образы на сцене, волнение и неподдельная радость. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.